Всем привет. Мы анонимы. Мы в курсе новостей, что Дэвид Рокфеллер скончался в 101 год, как это подтвердили члены его семьи. В прошлом году анонимы дали Дэвиду Рокфеллеру еще одну возможность сказать прямо, пока он жив, и быть абсолютно честным со всеми нами в отношении целей Билдерберга. Мы предупредили, что если он решит не говорить за себя, то мы сделаем это за него. Он либо никогда не видел наше предупреждение, либо предпочитал хранить молчание. Поэтому это сообщение является призывом к действию для всех Anonymous Intel Group по всему миру, чтобы провести массовый выпуск данных по всей семье Рокфеллеров и их политическом участии во внешних делах в прошлом, связанных с контролем над населением и попыткой установить централизованное мировое правительство. Это призыв ко всем нашим локализованным анонимным секторам каждого штата и стран по всей планете, предоставить всю информацию, которую они собрали за эти годы, и обнародовать все данные, всплывшие с помощью наших инструментов наблюдения, которые средства массовой информации помогали защищать, отвлекая наши глаза и уши, с тех пор, как Джон Ди Рокфеллер начал покупать СМИ, чтобы контролировать то, что пресса говорила о нем или любом Рокфеллере, родившемся после. Это наша возможность откинуть все слухи и забить последний гвоздь в гроб по этому вопросу, чтобы будущие поколения могли рассмотреть и извлечь ценный урок, связанный с тем, как богатство и власть могут полностью выходить из-под контроля и уничтожать свободу, стремление получить более централизованный правительственный контроль над жизнями многих людей, чтобы принести пользу немногим. Благодарим вас за проявленный интерес. Помогите нам разоблачить коррумпированных общественных деятелей на руководящих должностях. И, пожалуйста, терпеливо ждите, пока мы общаемся друг с другом и готовим выпуск этих данных вместе. Однако для семьи Рокфеллеров мы уважаем жизнь и мы уважаем природу самой смерти. Мы – анонимы. Мы не прощаем и не уважаем того, что элитные члены вашей семьи пытались нам сделать своей силой. И мы не забываем, точно так же, как карма всегда возвращает то, что она получает, вам должно быть уже известно. Ждите нас.